Вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя.